столице планируют устанавливать 200 зарядных станций для электромобилей каждый год. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Пополнить уровень батареи таких автомашин теперь можно и в центре Твери. Для этого надо всего лишь посетить самое известное высотное здание города. Тверь понемногу тоже включается в процесс электрификации личного транспорта. Однако до недавнего времени заправка таких машин была личной проблемой владельца, которому приходилось искать розетку. Теперь это запросто можно сделать возле бизнес-центра Тверь. Причем страна-производитель авто значения не имеет. Есть несколько стандартов зарядки электромобилей. Да, так называемый тип 1, тип 2. Для азиатско-американского рынка и для европейского рынка. Чтобы отвечать максимальному количеству потребителей, мы установили две зарядки, тип 1 и тип 2. То есть к нам могут приехать люди на Ниссанах, на BMW, в принципе, на Тесле и зарядить свой автомобиль. Стоит отметить, что это так называемые медленные зарядные устройства. Они лучше сказываются на продолжительности жизненного цикла батареи. Что касается стоимости услуги, то для всех посетителей комплекса «Панорама» это абсолютно бесплатно. Для гостей отеля, ресторана, кинотеатра, обзорной площадки эта зарядка бесплатная. Если человек приезжает по каким-то другим делам, ему нужно там срочно поставить машину зарядиться, то зарядка тоже бесплатная, оплачивается только парковка. Особенно выгодно это будет для путешественников, которые едут по трассам М10 и М11. Они могут зарядить свои электромобили, даже если проезжают мимо Твери глубокой ночью, ведь отель «Панорама» работает круглосуточно.